Здравствуйте, ребята! Сегодняшний урок русского языка и литературы проведу с вами я, Рота Елена Ивановна. Тема нашего урока – Обломов и обломовщина. Проблемы воспитания в романе. О ком идет речь? Они в детстве жили почти рядом, в соседних деревнях. Затем, уже будучи подростками, они учились в пансионе для дворянских детей. На протяжении всей жизни судьба снова и снова сводила этих людей. Об Илье Обломове и Андрее Штольце из романа Ивана Гончарова «Обломов». Сегодня на уроке познакомимся с принципами воспитания двух героев – Штольца и Обломова. Узнаем значение имен и фамилий героев. Определим понятие обломовщина. Что такое воспитание? Воспитание – процесс обучения, защиты и заботы о детях с целью их здорового развития во взрослой жизни. Из чего состоит воспитание? Андрей Штольц. Фамилия Штольц произошла от немецкого слова «штольц» – «гордый». Русское имя Андрей означает «мужественный», «храбрый» и подчеркивает силу воли. В детстве Андрей Штольц был бойким и шаловливым мальчиком. «Помилуйте, Иван Богданович», – жаловалась она. Не проходит дня, чтобы он без синего пятна воротился, а на медне нос до крови разбил. Шаловливый мальчик. Отец не баловал маленького Андрюшу. Старик Штольц любил сына, но был с ним строг и холоден. Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что шиб с ног. Отец давал Андрею свободу и позволял шалить. Андрей Штольц получил трудовое практическое воспитание. Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, купцам, в присутственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину. Еще в детстве Андрей начал получать свои первые деньги. Он положил ему жалование, как мастеровому, совершенно по-немецки, по 10 рублей в месяц. И заставлял его расписываться в книге. Отец платил Штольцу за работу. В результате Штольц вырос самостоятельным мальчиком. Уже в 14-15 лет он сам ездил по поручениям отца в город. 14-15 лет мальчик отправлялся частенько один. В тележке или верхом с сумкой у седла, с поручениями от отца в город. И никогда не случалось, чтобы он забыл что-нибудь, переиначил, не доглядел, дал промах. Образование. Андрей Штольц получил хорошее образование. Несмотря на то, что Штольц был хулиганом и шалуном, это не мешало ему отлично учиться. Андрюша отлично учился, и отец сделал его репетитором в своем маленьком пансионе. Штольц с детства много читал и занимался разными науками. С 8 лет он сидел с отцом за географической картой. Разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басни Крылова и разбирал по складам же Телемака. Мать-дворянка научила Штольца
и играть на фортепиано. Благодаря такому воспитанию и образованию Андрей Штольц становится разносторонней, целеустремленной личностью и добивается многого в жизни. Он беспрестанно в движении. Понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента? Посылают его. Нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу? Выбирают его. Идеал счастья Андрея Ивановича – жизнь в труде. Труд – образ, содержание, стихия, цель жизни. По замыслу автора он воплощает тип человека, способного изменить Россию. Наш главный герой – Илья Обломов. Одно из значений – древнееврейского по происхождению имени Илья – Божья помощь.